ввиду нового закона с 1 июля, который вступит, о том, что нельзя будет произносить матерные слова, так это называется, да, в общественных местах. В связи с этим, как бы, мне кажется, тоже некоторое ограничение свобод. Если я иду в кино на фильм того же Квентина Тарантино, я бы хотел слышать в оригинале, что говорится, что задумано самим мастером, чтобы я мог это услышать. Вот. А так как меня ограничивают, опять-таки, это ограничение моих свобод. То есть, значит, кто-то решил, что я не должен слышать, как один герой плохой говорит хорошему герою и посылает его куда-то далеко. Да? То есть мне не нравится это, и я против этого закона, честно вам скажу. Конечно, будет приятно, если люди перестанут материться, но мне кажется, русского мужика ничто не изменит, если он матерился и пользовался красным словцом, то он и будет им пользоваться. И я не думаю, что культура выиграет из-за этого. Знаете, как молодежь, ей только что-нибудь запрети. И тогда пойдет все в тартарары, народ начнет как бы сопротивляться. Вот. И не думаю, что это полезный закон, потому что каждый человек для себя определяет, он идет в ту сферу, где люди будут, ну, в то место, в ту сферу, где люди будут материться, или не идет. То есть мы для себя выбираем. Есть специальные пометки. Да, как бы есть там экстраординарные слова или нет. Я считаю, вот это правильный закон, и он должен быть на каждом телетрансляции, на каждой телетрансляции. Что это за фильм, что это за передача? Потому что иногда, включая днем телевизор, я вижу что? Голые буфера, голые попки. И мне удивительно, что это показывают в 12 часов дня. Вот за этим бы следили, это было бы хорошо.